Огурцы – очень требовательная овощная культура, и чтобы в течение лета получать хороший урожай вкусных и полезных огурцов, приходится немало потрудиться, а именно им нужно обеспечить правильный уход и своевременные подкормки. Огуречная рассада достаточно остро реагирует на недостаток почв питательных веществ. Листья поникают, бледнеют и желтеют, стебли истончаются, замедляется рост, плоды заостряются, скрючиваются, желтеют. Однако, если заблаговременно обеспечить огуречные посадки всем необходимыми удобрениями, то урожай превзойдет все ваши ожидания, и вдобавок отпадет необходимость в последующем внесении подкормок для огурцов. Итак, сегодня мы поговорим о том, какие удобрения нужно внести в лунку при высадке рассады огурцов в открытый грунт, чтобы собирать урожай ведрами без подкормок весь летний сезон. Компоненты подкормки. Для успешного роста и развития огурцам необходимо комплексное удобрение, состоящее из компоста, перегноя, древесной золы, суперфосфата и сульфата калия. Все компоненты этой подкормки оказывают благоприятное воздействие на огуречные посадки, а именно активизируют рост лозы, повышают иммунитет, способствуют ускорению плодоношения и повышению урожайности, улучшают качественные и вкусовые характеристики овоща. Технология посадки. Прежде чем приступить к посадке огурцов, необходимо выкопать посадочную лунку глубиной около 30 см на половину объема. Лунку наполните компостом или перегноем. Затем внесите половину 200-граммового стакана золы, примерно 100 грамм, 1 чайная ложка суперфосфата и 1 чайная ложка сульфата калия. Все удобрения равномерно перемешайте. Сверху насыпьте немного слой земли, обильно полейте в лунку. Земля необходима для того, чтобы корни растения не смогли получить ожоги при контакте с элементами подкормки. Посаженную рассаду присыпьте тонким слоем земли и замульчируйте соломой или опилками. Такая подкормка для огурцов обеспечит эту овощную культуру всеми необходимыми питательными компонентами на протяжении всего роста и развития растения и позволит без дополнительных удобрений получить богатейший урожай. Дополнительные удобрения потребуется внести, если огурцы будут в них нуждаться. Вы легко это поймете по внешнему виду листвы или плодов. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!